Так, создаю шпаргалочку, как узнать, в какое время было загружено видео на YouTube с какого-либо аккаунта. Вопрос возник в связи с тем, что обратил внимание, загрузил видео ночью 13 апреля 2017 года, а дату YouTube указал 12 апреля. Соответственно, полез выяснять вопрос, оказалось, что... Ну, а тут парень сталкивается с проблемой, говорит, как, почему я... Ну, примерно то же самое, что у меня. Он спрашивает, можно ли переставить часовой пояс на своем гаджете. Изменит ли это привязку видео по времени. На другой день перенесет, там, на 23, на 22 марта. Товарищ ему отвечает: The date is determined by the time zone of YouTube headquarters, not the time setting on the device you are using to upload the video. То бишь, дата определяется временной зоной, часовым поясом, штаб-квартира YouTube, в котором находится штаб-квартира YouTube, а не тем часовым поясом, на который настроен ваш прибор, ваш гаджет, через который вы загружали видео на YouTube. Сэлеви. А штаб-квартира у нас находится... В городе расположена штаб-квартира компании YouTube, крупнейшим работодателем в городе. И тут все довольно мрачно, потому как часовой пояс UTS, это не аббревиатура, а набор букв, не относящийся, но в принципе Universal Time, координированное универсальное время. Летом минус 7, зимой минус 8. Ну, то есть, а я из Украины, допустим, у нас тоже часы переводят. Это все довольно мрачно посчитать. То есть Сан-Бруно это еще и минус 3 плюс 3 Украина. Посему проще делать так. Вот замечательный сервис Amnesty International, как ни странно, предоставляет. amnestyusa.org. YouTube Data Viewer, то есть данные по YouTube. Сейчас мы с помощью него сделаем проверку видео и заодно проведу экспериментик небольшой. Значит, уже 15 минут назад загрузил я это тестовое видео. Без пяти было 10 по Киеву. 14 апреля, 17 год, пятница. Да, сейчас я опубликую, посмотрим, какую дату потом, какое время, без 5.10 или 10.10 укажет нам этот сервис на Amnesty с ограниченным доступом. Очень интересно. Ну ладно, сейчас не об этом. Появилось это видео. Берем вот это адрес, а не тот, который поделится в Google. Именно вот этот. Вставить Go. И вот у нас время загрузки. Дата загрузки 14.04.17 год и время 7.10 UTS. UTS это самое координированное время. Удобно то, что оно не переводится ни на летнее, ни на зимнее. То есть уже от него просто можно считать, в какой стране находишься, сколько там плюс-минус, а не морочиться еще с headquarters ютубовским. 7.10, то бишь. То есть посчитал
Считается, что дата загрузки, время публикации учитывается, а не время загрузки. Загрузила на 15 минут раньше. UTS 7 часов. 7 часов, потому что киевское время, я в Харькове, киевское время это UTS плюс 3. Летом. Сейчас уже перевели в марте часы на летнее время. Так, ну, в общем, вещь удобная. Ну, вроде все. Еще раз. amnestyusa.org. И вообще, очень много интересных возможностей предоставляет этот сайт, казалось бы, совершенно не связанный с Ютубом, видео и так далее. Ну, в общем, это уже потом самостоятельно при наличии времени.